Мы сейчас едем к Люде. Это мама Алексея, если кто-то первый видит этот выпуск. Не хотелось мне туда ехать, но очень много людей писали по поводу, как вы простились с Лешей и так далее, а покажите похороны. Но это вообще, если честно, мне в голове не укладывается. Но все равно я скажу для этих людей. Лешу похоронили, все в порядке. На похоронах были его родители. Даже сестра приехала, вид у нее был жуткий, конечно, во что она превратилась. Я еще раз ни капельки не усомнился в том, что правильно сделали, что у нее забрали ребенка, потому что это трэш. Родители были трезвые, как ни странно, на похоронах. Пришло очень много народу, многие любили Лешку, знали его, потому что, ну, веселый парень такой был. Добрый, несмотря на свой тяжелый характер. Сейчас мы едем к его матери, то что выяснились новые подробности. Ее там приглашали на передачу, ну, такую желтую передачку, где всякий трэш обсуждается. И там она рассказала очень много всего, от чего, честно сказать, у меня аж волосы дыбом встают. Мы сейчас вот пообщаемся с Юлей, это глава администрации, она нам расскажет, что говорила Люда на этой передаче. Выяснились подробности убийства Алексея. В общем, сейчас сами обо всем узнаете, друзья. Самое главное, друзья-то я забыл вам сказать, почему мы, во-первых, еще приехали сюда. Потому что Люда... Не знаю, что это был за акт такой, может быть, привлечь к себе внимание, поскольку я уже убедился, что это за человек, он абсолютно фальшивый, это чисто мое мнение, да, ни в коем случае не навязываю вам свое мнение. Либо это был акт такой, привлечь к себе внимание, либо действительно у нее проснулись какие-то чувства и какая-то совесть заиграла. Дело все в том, что ее забрали в больницу из-за того, что она якобы хотела покончить жизнь самоубийством. Ну, по моим источникам, она напилась. Корвалола она напилась. И после корвалола она выпила пиво. Не знаю, в каком количестве, но, в общем, ей стало плохо. Ее забрали в больницу. После больницы ее отправили в психиатрическую клинику на лечение. В общем, вот такие дела. И, по всей видимости, дома остался только Витя. Это отец Леши. Извини, что разбудил пирог. Ну... Отойду-ка я лучше. Мне кажется, пират не в духе. Я не хотел его будить. Честно говоря, я думал, что это игрушка какая-то лежит на подоконнике. Как дела? Людка, ну, уехала вчера еще в Москву. Ну, Людку-то забрали в больницу. А? В больницу Людку забрали твою. Как? А что, ты не знаешь? Нет. Она водки обпилась с этим, с корвалолом. Или пиво там, не знаю. Лечиться уехала. А куда, в Козельск? Ну, еще даже не знаю, надо выяснить, куда. А ты не в курсе? Нет. А за ней кто-то приехали? Не ты ли приезжал? Нет, я не приезжал. Может, ты да этот, Илюха? Слушай, что-нибудь выяснилось по поводу убийства? Нет еще. А его только на этой неделе судить будет. На этой неделе суд будет, да? Да. Его же в Калугу везли. Ну а как он убил его? Его на детстве убивали. Ты ничего не знаешь, да? Нет. Понятно. Толком я не знаю. Как передачу? На передачу ходили вы, да? Общались? Да. Ну что рассказывали? Да так, ничего, так. Вопросы. Не как нам, а как к зрителям, как, ну, кто там. Ну, а так. Что говорить-то, вспомни? Да, чего хожу, то про Лешу. Почему? А ты что говорил про Лешу, про его характер? Да, я ничего, я говорю, они там разбирались, и я никаких дел, говорю, не знаю, как. Потом, говорю, Паша ушел, за ним ездили. Менты забрали. И все. Угу. Но Леша, может быть, за вас заступался или за тебя? Да, они сами разбирались. По пьяни были.
Сами разбирали? Да. То есть он за вас никогда не заступался? Да он когда как заступался. Может, он сам виноват? Так черт ты, Серег, знай. Они там тут вдвоем разбирались на кухне. А что к чему, я до сих пор не могу. Ну ты так мнение свое поменял, я смотрю. А? Мнение ты свое изменил. Ну, изменил, да. Ну это ж сын твой. Тебя это никак не коробит, нет? Почему? А это человек, который жил с твоей женой. Я сегодня до сих пор переживаю. Ну а что, переживай, не переживай, а теперь его не вернешь. Слушай, Серег, а ты на кладбище не ездил? Ну я был на похоронах, как и ты. Ну и... А на 9-е, на 9 дней, ты там не был? А ты не был, что ли? Был с Людкой. Ну там кто-то венки переставили вдоль этой. Ладно, Вить, иди домой. Sorry guys, I cannot to download the full video, because the fight YouTube can block all video. And if you want to see the old video, you can subscribe to my Instagram. Вдвоем, блядь! А? Я тебе еще раз говорю, еще раз, понимаешь? Я тебе сломаю, за мать и за отца, понимаешь? Я не с тобой разговариваю. Да я тебе говорю! А? Я тебе говорю... Что ты сказал? Не со мной говоришь? Не со мной говоришь? А? Бошку проломлю за раз и за два. Уйди, да уйди ты. Перед отцом извинения проси. Ты дурак. Ты дурак. Ты что, дурак? Нет? Хоть приди, думай, сейчас все плохо, в душе. Ой, Юль, привет. Что это вы тут как? Снимаете? Ходите. Мы ведь снимаем, да. Как дела? Почетчики. Нормально все? Да. Ну, мы я были... надеюсь, вы сейчас нас не снимаете. Снимаете. Снимаем. Ладно, хотели спросить тебя по поводу Людки вообще. Вот я слышал, ну, мне люди там сказали с больницы, что она пилась корвалола, ну, да, и пиво, по-моему. Не корвалола, вообще скольких таблеток наглоталась. Да? Участковый вчера мне звонил, но он звонил по другим делам, по рабочим. Ага. Сказал, говорит, подругу нашу пришлось отправить полечить черепную коробку. Я говорю, зачем? Она, говорит, накушалась таблеток, типа, хотела, ну как, сымитировать признак суицида. Да, да, да. Вот, и типа того, что, говорит, пришлось ее госпитализировать. Ага. Там ей промывание желудка сделали, она там что-то гитарала, была, полбилась, типа, мне только закурить дайте. Ну, естественно, ее по этому факту отправили. Психушку. Да. А куда? То есть в город? Понятия не имею, вообще даже. Потому что мы заехали к ее мужу, он вообще не в курсе, где Людка. И он слушай, сказал, они, по-моему, давно потерялись уже. С момента, как Паша пришел, да, к ним, они сразу потерялись. Слушай, по поводу убийства Алексея, вот хотел тебя спросить. Мы знаем, что его задушили, правильно? Да, ну, задушили. В рамках того и этой информации, которая прилетела, как бы сказать, что задушили от веревочки на нательном крестике. То есть получается, что он его не просто руками душил, а веревочкой от нательного крестика. Не то, что там, ну и как она утверждала, что это типа роковое стечение обстоятельств, как она сказала. Ну да, да, ерунда это все. Потому что, ну, представляешь, сколько надо душить человека, чтобы... Конечно, это долго нужно душить. А сколько же ему грозит, интересно? Ну, вроде как так, по слухам говорят, до 15. 15 лет? До 15. Маловато. А там я не знаю, сколько ему наш следователь. Да. И сколько суд присудит. Да. Но я думаю, что прокуратура примет правильное решение и попросит, наверное, по максимуму. Да. Потому что все-таки такой... Как думаешь вообще, это скорее привлечь к себе внимание, или попытка? Суицида? Да, да. Или ты знаешь, реально переживание? Ну, нет, я думаю, что если переживание, то за себя любимое. Вот, потому что после нашей поездки совместной в Москву, я, как тебе сказать, я теперь вообще ни единому слову не верю. Да? А что она такого? Потому что человек, когда сидит в студии, ее спрашивают, там, задают ей вопросы, она говорит, это тяжелое течение обстоятельств. При этом она говорит, что 20 минут они там ругались, ссорились, шумели и так далее. А меня типа того, что отправили в другую комнату. Хотя тебе она на камеру говорила абсолютно другие вещи. Она сказала, что она выпила два бокала пива, ее развезло, и она пошла спать. Да. Пиво любит, а самогонку нет. Ну, она врет на голову. Ну, понятно, да. Вот. Просто дело в том, что как бы человек вообще, по-моему, потерялся в этой жизни. Я даже не знаю, как это да, и жалко ей только себя. В принципе, он и Пашка помнит. Потому что сейчас, вот на мой взгляд, я, конечно, не
судить никого, как бы, но чисто вот по-человечески, мое субъективное мнение, как я говорю, которое может быть оспоримо. Вот. Этот человек сейчас остался без кормушки, понимаешь? То есть понятно, что на Вите она рассчитывать не может, тем более после всего того, что она в Москве рассказывала, что, оказывается, она и замуж за него вышла только потому, что жить ей было негде, а не от того, что она и дети у нее родились, это, оказывается, тоже случайность, это не запланированные беременности, не запланированные дети, а вообще, понимаешь, что, ну, не знал человек, что бывает от таких вещей, что дети появляются на свет. И вдруг они вот, они раз... Соответственно, в общем, это все всякие глупости, всякие гадости, но тем не менее. Я для себя сделала вывод, что она думает только исключительно о себе, а все остальные глубоко фиолетовые. Да, ну ладно, будем ждать решения суда, вот очень интересно. Да, естественно, следственные мероприятия достаточно длительный процесс. Ну да, да. И думаю, что в следующей неделе они вряд ли обойдутся, потому что все-таки там, ну как бы, есть процессуальные сроки, которые все должны соблюдать, исследователи тоже. Вот, и я думаю, что не раньше, наверное, конца февраля, начала марта. Но это как бы мое предположение, опять же, не знаю, я не следователь, я не занимаюсь этим делом, им там беднее. Она еще, кроме всего, хотела, типа, это самое, ребенка, типа, усыновить. Я говорю, кто она? Ой, ну и сейчас. Она мне по пьяни постоянно пишет, что вот как же мой внучок там поживает. Да и хорошо он поживает, тут хочется нет, сказать. Нет, ну, в принципе, люди сделали вывод о том, что внучок-то ей нужен только для того, что, не дай бог, папа станет наследником за Лёшкой, вот, и ему там что-то перепадет. То есть, как бы, он так же нужен, как источник средств существования. Ну, во-первых, ей бы платили деньги за него, я думаю. Никто ей его не отдаст, Серёжа. После того, как мы этого мальчика забирали, естественно, там вообще вопросы даже. Конечно, я помню, в каком состоянии был и... Шишки, ссадины и так далее. Шишки, ссадины, и в каком состоянии была его мать. И как она утверждала, что вот в Москве, что типа того, что Паша их любил, детей, он их растил, воспитывал. Я говорю, подожди, а на что он их растил-то, если он нигде не работал? Да, раз. А как он мог воспитывать, если его самого еще воспитывать надо? Я говорю, и в принципе, я говорю, вас там, в принципе, всех давно надо было уже разогнать, я говорю, как следует. Да, Пашу и тему. Всю эту семью, даже вот животными сложно назвать. Ты знаешь, после того, как я прослушала ее вот этот московский речитатив, я так понимаю, что мысовиком задеником во всей этой истории была она. Неоднократно Лёшка мне жаловался, вот на покойников, как говорится, не врут, он мне всегда говорил, что вот в этих конфликтных ситуациях мать не то, что не заступалась, она наоборот сидела и говорила, подай ему, что он типа выпендрится и все такое прочее. То есть она давала... А он же все время заступался за мать, да, за да, отца. Да. И вот даже то видео, которое последнее прилетело, там же он не просто так с этим Пашей ссорится, там же четко он говорит, еще раз тронешь мою мать и моего отца, я тебе типа... Ну это у него, знаешь, такая больная детская обида какая-то всегда вот у него всплывала, и он всегда пытался... Он мать свою очень любил. Он очень ее любил, до такой степени он был к ней привязан, что просто, я тебе говорю, он бросил даже ту нормальную жизнь, которую ты ему предлагал. Он бросил работу, он бросил квартиру, он бросал все. И за матерью побежал. За матерью побежал. Он убежал за ней. Что очень странно, да, вот к детям относятся вот, плохо родители, они их еще сильнее любят. А ты знаешь, вот эта вот тенденция, наверное, детей всех неблагополучных семей, потому что по роду деятельности приходится частенько сталкиваться. Там вообще, там дети за родителей готовы в огонь и в воду, что называется. Хотя, по сути, они только их родили непонятно как, непонятно зачем. Некоторые как источник существования. Некоторые очень много, да, это прискорбно, что матери-одиночки вот так вот расценивают своих детей как деньги. Ну и вот эта гражданка, она сейчас просто понимает, что она осталась без средств существования от слова совсем. Да. То есть она написывает в Москву, она написывает тебе, то есть она пытается всячески привлечь к себе внимание, потому что ей сейчас нужно где-то... И, во-первых, она хочет оправдать себя, это тоже... Сережа, она же давно сама себя оправдала. Нет. Просто единственное, что она понимает, чтобы... что в деревне оправдания ей не будет, потому она хочет, что люди чтобы настроены очень агрессивно. Люди, чтобы ее оправдали. Нет. Она понимает, что это бесполезная история. Осуждают все, кстати, только ее, даже не столько этого Пашу, сколько ее. Нет. Потому что все говорят только одно. Она это затеяла, и она это допустила. Thank you guys for watching this video. I really appreciate for your support, for your comments. All your activity is support and help our channel. Thank you so much guys. And if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Please subscribe to my Instagram. There is a lot of things from my Russian life. A lot of photo, a lot of video. Thank you so much. Be safe and see you in the next video.